Студенческий хоккейный клуб «Политехник» принял участие в матче Кубок чемпионов. Турнир состоялся в городе Сочи, где хоккейная команда «Юрку» завоевала второе место. Всего за кубок поборолись 8 команд, среди которых Академия спорта, МАДИ Моторс, Держава и другие. Кубок чемпионов студенческой хоккейной лиги состоялся при поддержке Миноборнауки России, Федерации хоккея России и ОНО «Спортивный кластер» на федеральной территории «Сириус». Также оргкомитет матча наградил лучших игроков турнира. Хоккеист «Политехника» Южно-Уральского государственного университета Константин Болгов стал лучшим защитником Кубка чемпионов. Почетный приз и флагманскую клюшку Константину вручила компания «Заряд». Отметим, что Кубок чемпионов был приурочен ко второму конгрессу молодых ученых.